Днем 27 января в отдел полиции поступило сообщение от жительницы Кургана. У себя дома по улице Родионова 20 она нашла боевую гранату прямо на собственном балконе. Выехавшие на место оперативники изъяли предмет, похожий на РГД-5. Как рассказал участковый уполномоченный отдела полиции номер 3 Владимир Китаев, женщина купила квартиру в этом доме месяц назад. Женщина, проживающая в квартире, в ходе ремонта обнаружила предмет, визуально похожий на боевую гранату ручную. В настоящее время обстоятельства останавливаются. Предположительно, данный предмет остался от предыдущих владельцев квартиры.